Друзья шоу «Веры», Иисус Христос – единственный путь к Богу, говорит Слово Божье. Многие ищут того, кто направит их в жизни. Возможно, вы искали в разных источниках, ходили к колдунам, вызывали духов, чтобы они помогли вам. Но какой же вы получите результат в будущем? Библия говорит, что Иисус – единственный путь к Богу, если это так, то нет другого. Поэтому вам не нужно искать людей или организаций. Это оскорбление для Бога, когда человек говорит, что ищет Бога, а сам идет за помощью к человеку, потому что он разделяет славу Бога с другим, как будто Богу нужны люди или помощники, чтобы помочь ему, как будто он запутался. Господь Бог сказал, что небо и земля полностью в его руках, и он знает каждый волосок на голове каждого человека. Представьте возможности Бога, он понимает чувства каждого человека, знает, я знаю, что нужно этому человеку. Итак, ваш ответ находится в Господе Боге, в Его Слове. И сегодня в этом Слове, в этой проповеди, доктор Суарес объяснит в Писании, как мы должны себя вести, когда мы с вами противостоим этим вещам. Возможно, кому-то не нравится то, что я говорю, но это то, что говорит Слово Божье, что Господь Бог предлагает вам. Бог не выделяет эту или ту религию, вообще Бог не привел нас сюда, чтобы говорить что-то о ней. Мы здесь, чтобы говорить о любви Христа. Эта любовь хочет коснуться вас, хочет коснуться вашей семьи. Внимательно следите за тем, что Бог будет говорить вам. Он скажет вам в сердце, и вы все четко поймете, то, о чем Он говорит. Вы будете победителем в жизни, будете успешным, и тот, кто начал благое дело, закончит его во имя Господа. Итак, давайте начнем смотреть шоу «Веры» и внимать Слову Божьему. Мы уже начинаем, и немного позже я вернусь назад в студию после молитвы во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим Иисусу прекрасные аплодисменты. Библия гласит, что Бог всегда ведет нас в триумфе. Так что, если в настоящее время мы спотыкаемся, если сталкиваемся с проблемами и поддаемся искушениям, мы должны остановиться. Я отступил от плана Бога, так как план Бога в том, чтобы Он всегда вел вас в триумфе. Не может быть, чтобы Бог не хотел, что, возможно, у Него есть другой план. Нет, напротив, в триумфе. Вы всегда должны побеждать во имя Иисуса. И сегодня у нас это наверняка получится. Итак, в Евангелии. Сегодня я буду говорить о послании к Римлянам 2:24. Здесь есть одно очень серьезное предупреждение для тех, кто принадлежит Богу. И мы должны обратить внимание на эти предупреждения, так как они были помещены в Библии не случайно. К Римлянам 2:24. Апостол Павел сказал следующее. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Мы должны быть внимательны. Но, доктор Суарес, а что я делаю неправильно? Из-за чего имя Бога подвергается осуждению? Не знаю, вы должны проверить себя. Но я не делаю ничего неверного. Тогда вам нужно себя проверить, что мешает вам сделать что-то правильное. Господь Иисус, например, в Слове сказано, что Он понес все мои прегрешения и беззакония. Это означает, что я освобожден от деяний лукавого. Он понес мои болезни и немощи. Это означает, что я полностью исцелен. Но, доктор Суарес, на самом деле я болен. Значит, я должен бороться за это слово. Значит, это мое сражение. Бог, ничего не имеет значения. Твое слово гласит, что я исцелен. Если я говорю, что я от Бога, и проповедую, что Он понес мои болезни и мои немощи, но не получаю исцеления, как может человек, язычник, который еще не вступил в божественную семью, захотеть стать членом этой семьи? Ах, но это очень сложно. Нет ничего сложного. Если я говорю, что я от Бога, и говорю о любви Бога, но женщины в то же время говорят, с ним осторожно. Он никогда от нас глаз не отводит. Он говорит странные вещи. Он такой-то. Тогда люди скажут, все это несерьезно.
Так что я должен, вы должны проверять себя, так как Он заплатил цену за наши прегрешения. Другими словами, нам не пристали деяния дьявола, которые заставляют других людей приступать Слово Бога. Нам пристало что? Сказать: «Я не буду, я не откажусь от благословения, я от Бога во имя Иисуса». Таким должно быть наше поведение. Но мы с вами так не действуем, и потому имя Бога, оно хулится. Люди играют с этим именем, и вы в этом виноваты. Ваш неверующий друг зачастую помогает вам, который называет себя спасенным. Он говорит вам: «О чем ты вообще говоришь? Ты сам грешишь каждый день и еще говоришь, чтобы я спасся, твой Бог бездействует». Брат мой, мы не должны шутить с Богом. Мы должны относиться максимально серьезно. Да, Господь, я изменюсь. Господь дарует мне победу. Я буду делать то, что Господь призывает меня делать. И Господь будет чтить, а я буду показывать словами и делами, не только словами, но также и делами, что Господь добр. К Римлянам 1:17, раз уж мы изучаем к Римлянам, здесь есть несколько стихов к рассмотрению. Слово гласит так. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Итак, я нуждаюсь в исцелении, процветании, в чистой жизни. Мне необходимо избавиться от некоего искушения. Где я открою все это? В Евангелии. В Евангелии открывается правда Божия. Я не могу лишь продолжать восхвалять, что, конечно, прекрасно. Аллилуйя, аллилуйя. Или распевать гимны, свидетельствовать и молиться. Я должен обращаться к Слову. Потому что в Слове, в Евангелии, в Благой Вести открывается правда Божия, проявляется. Она становится досягаема для меня, и она вступает в действие мне во благо. И она делает это от веры в веру. И я получаю множество откровений. Бог, значит, я теперь святой? У меня еще будут проблемы с искушениями. Бог, теперь я полностью исцелен? У меня еще будут проблемы со здоровьем. Я теперь процветаю? Нет, у меня еще будут проблемы. Так как, читая Евангелие, я еще буду открывать правду Божию. Она будет мне открываться, и она будет действовать мне во благо, но она будет от веры в веру. Я получу эту веру, и получу это благословение. Перехожу к более высокому уровню, но еще есть испытания. Я получу еще веру и разрешу эту ситуацию. Я перейду на другой уровень, перейду на другой, и тогда я получу благословение от Бога. Однако вне Евангелия правда Божия не открывается, она не проявляется, она не вступает в действие. В нем, в Евангелии, здесь говорится о Евангелии, в предыдущем стихе Павел сказал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». В нем, в Евангелии, открывается правда Божия. Это здесь открывается от веры в веру. Христианин, который не читает Библию, который не пытается слушать Слово Бога, которому не нужно все это, такой христианин находится в очень трудной ситуации. Я уже говорил в отношении этого и говорил о том сына Саула, внуке Саула, Мемфисофее, который был принят в доме царя и мог всегда сидеть за царским столом. И сколько таких, кто приняты в доме царя, могут есть то же, что и царь, но они не едят. Иногда даже члены нашей семьи. Бог нас использует, а человек считает, что ему это не нужно. Приходит искушение, и он оступается, приходит проблема. Ну почему такое происходит? Итак, что нам нужно делать? Евангелие подвергается, имя Господа подвергается хулению по нашей вине. Почему? Мы делаем неверные вещи или не делаем верные вещи. Если Иисус заплатил, чтобы я был исцелен, я должен исцелиться, а не только потому, что лучше избавиться от уколов, от морфина, от того лекарства, от другого лекарства и быть здоровым, а потому что все это прославит Бога. Для чего я должен процветать?
потому что стыдно просить это одолжение, помощь. Конечно, но я должен процветать, чтобы я мог помочь творению Бога, чтобы я мог жить лучше, чтобы я был примером, на который будут равняться многие люди. Он жил плохо. Ситуация была непростой. Теперь, когда он получил веру в Бога, он разрешает проблемы. Я тоже буду тогда искать Бога. И тоже встретит. Итак, именно в Евангелии это открывается. Я не могу отступить от этого. Я не могу следовать мудрости человека. Или, хуже того, принимать неверные решения, как некоторые принимают, и чего после этого добиваются и достигают. Это не то, что предложено Богом. Это продукт обмана. Это сотворила демоническая мудрость. Нет, я буду творить согласно Слову Бога. Здесь, внутри, Евангелие откроется, оно даст мне мудрость, оно даст мне возможности, чтобы добиться, оно даст мне силу сопротивляться злу, оно сделает из меня другого человека. Почему? Потому что именно в Евангелии нам и открывается сила Бога. Нет другого места, мне бессмысленно только молиться, у меня все равно не получится. Бессмысленно мне только восхвалять, я буду восхвалять тот певец, та певица, хорошо воспевает, я буду пойду туда, я там буду плакать и возносить Богу хвалу, не откроете. Однажды один мужчина сказал мне в Рио-де-Жанейро: «Знаете, доктор Суарес, день, когда я очень встревожен, я иду в церковь, когда пастор молится, он молится, а я вот так встряхиваюсь, и все падает на землю». Вот только этот мужчина был 40 лет в вере, а все еще нуждается в встряске, все еще находится на базовом уровне учения Христа. В начале, да, он должен был действовать, я должен действовать, как? Познавая эту правду, эту силу, которая меня исцелит, освободит меня, которая меня преобразит, которая в нашем распоряжении и будет действовать во имя Иисуса. Переходим к истории из реальной жизни. Мой супруг начал спонсировать, но был период времени, когда он перестал. И именно в этот период появилась эта болезнь. Я начала чувствовать постоянную слабость. Мои руки начали темнеть. Я стала чувствовать себя очень плохо. Врач осмотрел меня, провел несколько анализов, после чего он сказал мне. Точнее, позвал мою дочь и сказал ей, что я должна обратиться к другому врачу, пройти совсем другие анализы. Возможно, мне нужна операция, катетеризация или даже ангиопластика. Мы все очень обеспокоились, потому что операция – это непросто, и особенно на сердце. Но мы доверились Богу, и особенно она окрепла в вере. Я была в больнице, сконцентрировалась и начала молиться Богу. Я сказала, что я вернусь к тебе спонсорством моего мужа, потому что я знаю, что только ты сможешь мне дать победу благодаря моей вере. Бог не бросил меня. В тот же день он благословил меня, и мне установили диагноз. Врач сказал, что они проверили повторные анализы, и мне не нужно будет делать операцию. Слава Богу, я благодарила Его. Этим Господь не хотел мне дать только исцеление. Господь хотел, чтобы я поняла что-то большее в моей жизни. Познала лучшее. Именно так Господь действует. Я смотрела свидетельства по телевизору и почувствовала желание посвятить себя Евангелию. Но только у меня не было много свободного времени. Но слушая доктора Суареса и те прекрасные свидетельства, я решила, что тоже буду спонсировать. И посвящу себя делу Божьему. Итак, я начала оплачивать спонсорство. Когда я начала, двери везде стали открываться. Бог дал работу для моего сына, Бог открыл двери. Мою дочь повысили на работе. Бог благословил мою дочь в ее работе в больнице, где она работает медсестрой. У нее была швейная машинка, но уже совсем старая. И на ней было тяжело шить. Она говорила, что ей нужна новая машинка. Я сказала, Бог поможет. У меня была машинка. Но что-то с ней было не так. Я приходила в магазин и смотрела на разные машинки. Я думала, что однажды Господь даст мне возможность сменить свою машинку на более новую. В итоге я смогла купить две швейные машинки. Я очень счастлива быть с Богом, потому что Он нас всегда потрясает. И начиная с того момента, как я начала быть верной Ему, я стала процветать. Все стало налаживаться в моей жизни. Теперь у меня много заказов, праздничной одежды, много работы.
Бог меня благословил. У нее все получается. Бог дает ей возможности. Я так счастлива. Я твердо верю. После того, как я начала спонсировать, все изменилось. Нет никакого объяснения тому, что творит Бог, когда мы верны Ему и следуем Его пути. Самое главное, что я поняла в жизни, это то, что мы всегда должны следовать Богу с верностью, следовать Его пути, и Он даст нам возможности. Слава Богу, Ванир, она поняла, что мы должны искать Бога неустанно. Это очень важно, быть верным тому, что Бог говорит вам. Искать, чтобы научиться, а научившись использовать. Таким образом вы побеждаете. Мы не поставили перед собой цель заполучить больше спонсирующих. Ничего подобного. Я молю Бога, чтобы Он касался сердец. И если Он не коснулся вашего, я прошу, не спонсируйте. Мне не нужно ничего, к чему Бог вас не призвал. Но если вдруг Господь, Бог коснулся вашего сердца, если призывает вас к этому служению, не упустите свою возможность. Примите решение сегодня. Спонсируйте. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, в чем разница между прославлением Бога и благодарностью Богу? Знаете, они как двоюродные сестры, они очень похожи. Их матери были близнецами, и они родились очень похожими. Когда вы славите Бога, вы хвалите Бога. И когда вы славите Бога, вы благодарите Бога за что-то. То есть это почти то же самое, но есть одна небольшая разница. Когда вы видите, что Бог сделал некое дело, вы возносите славу Богу. Слава Богу, Господь это сделал. И когда вы чувствуете благодарность, вы говорите: «Господь, большое спасибо, благодарю Тебя за это творение». Они двоюродные сестры с небольшими отличиями. Теперь переходим ко второму вопросу. Доктор Суарес, как любить того, кто меня ненавидит? Да, Иисус так сказал. Вы хотите знать больше? И не просто любить того, кто вас ненавидит. Он сказал, кроме этого, еще четыре вещи. Матфей, глава 5. Это очень важно, друзья. Смотрите, что Иисус сказал об этом. 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Итак, любить врагов и делать добро тем, кто вас ненавидит. «И молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но для чего это, доктор Суарес? Посмотрите в 45-м, это важно. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». То есть, пока я не полюблю своего врага, не сделаю добра тому, кто меня ненавидит, и так далее, и тому подобное, я не сын. Он говорит именно так. Видите, серьезные условия, которые мы должны выполнить. Теперь давайте прочитаем 44-45 вместе, чтобы вы поняли. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Для чего? «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Так что, если вы сын, вы так и делаете. Когда вы не можете сделать, вы еще не сын. Вы в опасности. Бог, это очень серьезно. Дверь очень узкая, брат мой. Путь очень тесный. Только немногие принимают, но они будут победителями. Добьются всего во имя Господа Иисуса. Теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я не христианка, но меня интересуют духовные вопросы. И я верю, что без Бога мы никто. Моя жизнь никогда не была легкой, и со временем все стало ухудшаться. Я чувствую себя очень грустной, так как не добилась карьерного роста и процветания в жизни. Я получаю мало благословений от Бога. Доктор Суарес, как человек от Бога, что вы можете мне посоветовать? У меня нет для вас совета. Библия гласит, что вы просто-напросто делаете то, что непродуктивно. Вы сказали, что
верите в Бога, но вы не христианка. Как такое может быть? Так вы получаете благословение, благодать и милости Бога и теряете благословение. Что я такого делаю, доктор Суарес, что не должна делать? Вы совершаете ошибку, о которой Библия говорит, что вера без дел мертва. Бог уже дал вам веру. Вы знаете, что Иисус – единственный Спаситель, что Он – единственный путь, но вы не приняли Его своим Спасителем. Я говорю вам, но обращаюсь в вашем лице к тысячам людей, которые поступают так же. Я обожаю вашу программу, каждый день я молюсь, это приводит меня в трепет. Но, брат мой, таким образом вы будете оставаться столь же потерянным, как человек, который никогда не слышал Евангелия, человек, который никогда не верил в Бога. С верой такого рода вы далеко не уйдете. Не знаю, известно ли вам это, но Библия гласит, что демоны тоже верят в Бога. Они даже дрожат при одном упоминании имени Бога. Но для них нет спасения, а для вас есть. Придите к Иисусу прямо сейчас. С Иисусом все иначе. Он изменит вашу жизнь, Он вас преобразит, и вы станете благословением во славу Его. Можете не сомневаться. Давайте поднимемся, чтобы помолиться, друзья, во имя Христа. И не позволим больше, чтобы ошибки позволили нам посрамить Евангелие, имя Господа, а наоборот, будем творить правду Бога, которая есть в Слове Господа. Склоните свою голову, закройте свои глаза. Отец, мы сейчас молимся. Мы вступаем в Твое присутствие, и это Слово очень сильное, о Бог. Сами не ведая, благодаря нашим делам или из-за нехватки добрых дел, мы позволяем, чтобы подвергалось суждению Твое наисвятейшее имя. Так как, Бог, если мы не победим, как мы сможем научить кого-то побеждать? Если мы не получим ответы на наши молитвы, как мы тогда скажем кому-то, что он может молиться и на молитву ответит? Отец, наша жизнь должна измениться. Я говорю «наш Отец», имея в виду некоторых людей, которые еще не верят в Тебя. Так как большинство, Отец, из тех, кто служит Господу, знают, что Господь добр, что Господь не откажет ни в каком благе тем, кто Тебя ищет, что Господь откроет двери, что Господь обогатит, что Господь преобразит. И, Бог, я хочу, чтобы это случилось уже сегодня. Я хочу, чтобы Твоя рука, о Бог, творила могущественно. Я хочу, о Бог, чтобы Господь пробудил этого человека, чтобы Господь сделал, чтобы сейчас этот человек получил благословение. Я сейчас объединяю свою веру с его, и я разрушаю всю власть дьявола. Зло, уйди из этой жизни во имя Иисуса. У меня была боль в позвоночнике. Я работаю в поле с косой. Теперь косите на здоровье. Со мной произошел несчастный случай. На этой неделе я упал и перестал чувствовать ногу. Покажите, как это было? Было так. Было так? Да. Франциско от Иисуса, теперь ходите нормально, ходите. Я не могла завести руку назад. Не получалось. Слава Богу, прошло. Посмотрите. Я чувствовала сильную боль здесь, в руке. Без анестезии она постоянно болела. И теперь вы исцелились? Аминь. Аминь. Что у вас было с рукой, с пальцами? Было с пальцами. Он был повернут вниз, вот так? Остальные да. были в порядке. Да. Теперь сделайте так. Ну что, друзья? Ракел, что с вами было? Ой, я ударилась этим пальцем, и у меня был перелом. Он был таким... Не сгибался. Выпрямился и не сгибался? Нет, не сгибался. Теперь покажите всем открытую ладонь. Как давно вы ходили с ней? Уже примерно больше года. Теперь ходите во имя Иисуса, селезьте. Давайте селезьте. Аллилуйя! Слава Богу! У меня артроз в руках. Я уже прошла физиотерапию, но все еще не могла сжать руку. А сейчас, после молитвы, посмотрите, у меня получается ее сжать. Как прекрасно! Вы теперь свободны! Аминь! Иисус исцелил вас! И как вы ходили? Покажите мне. Уже как давно? Уже примерно 3 года. Джанира от Иисуса! Ходите во имя Иисуса! Как прекрасно! У меня исцелен позвоночник. Я не мог даже стоять на ногах здесь. И теперь, Уго? Я чувствую себя хорошо. Уже можете делать упражнения? Могу. Сделайте упражнение, Уго. Больше не болит? Нет. Аплодисменты Иисусу. Уже где-то 10 лет. 10 лет? Как же вы ходили? Волоча ногу.
Теперь ходите красиво во имя Иисуса. Только взгляните, друзья. У меня была сильная боль в ногах, позвоночнике, остеопороз и артроз. Теперь ходите нормально во имя Иисуса. Я смотрела шоу «Веры» 2 года. И когда я начала смотреть, было много ссор, потому что моя семья не хотела смотреть. Но сегодня, во имя и славу Господа, сюда пришли я, моя дочь и мой муж. Я и моя дочь служим Господу. Итак, мы вернулись назад в студию, и после молитвы веры вы видели, что Господь Бог чудесно, сверхъестественно, но ощутимо коснулся жизни этого человека. Так и происходит. У человека проблемы с артикуляцией, у человека болит голова, есть серьезная проблема со спиной, есть люди давно больные артритом, и у врачей нет решения этих проблем, они могут облегчить. Но Бог не просто дает облегчение, Он приносит нам полное освобождение. Примите благословение, где бы вы ни были, у себя дома, в гостях или на работе, начинайте изменяться во имя Иисуса, и знайте, Бог начал благое дело, и Он верен, чтобы закончить его. Возможно, я говорю с людьми, которые плохо понимают слово, они говорят: «Я очень хочу изучить слово, вы можете мне помочь?» Мы в вашем распоряжении. Во-первых, через интернет у вас есть постоянный доступ на нашу страницу ongrace.com. Вы можете зайти, там вы увидите полностью все наше содержание. А также вы всегда можете зайти на наш Facebook, вы можете написать сообщение, молитвенную нужду. Мы к вашим услугам во имя Иисуса. Кроме этого, вы можете связаться с нами по телефону. Этот телефон всегда к вашим услугам, а также по вашему имейлу. Вы можете отправить свое сообщение. Мы соблюдаем политику конфиденциальности. Никто не скажет ваше номер по телевизору. Не переживайте. Мы следим за этим и никогда не распространяем никакие личные данные. Хорошо? Друзья, пусть Бог благословит вас, даст вам мир и принесет вам счастье. Он всегда с вами. Во имя Иисуса. До скорого!